Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нюргуяна. Итюк нюнкюндюкарачилар, эхэгэ сахатлын таптыбынден, түрэбит түрэттылбытын сэнгэрэн үрэтен бағалақтырган Аллах берені көрэгот. Бүгінгі берені ытым, минутатчы Нюргуяна. И в сегодняшней нашей передаче примут участие студентки Алена и Ксюша. Они сегодня с нами будут учить якутский язык. Олкурдук бүгүнгү беребитигер биеха сахатлын үйрөтө Алена онна Ксюша калилер. Кинлер бүгүн бийгини кытта сахатлын үйрөтөктөрө. Олкурдук күндү көрөтчүлөр эгеме бийгини кытта сахатлын үйрөтүнген ыңырабын. Үтөө күнөн кыргыттар. Үтөө күнөн. Ток санон үйрө кайдагай. Үйрөнө силче күн. Мехебарда этеңе. Сатуру сессия болу. Сатуру сессия болар, да? Да. Ага, болар. Ол сүйчугай. Жара, кыргыттар, сақатылын юртарге бәлемет то? Бәлемет. И сегодня мы с вами поговорим на тему якутская посуда, а также будем учить винительный падеж. Ол курдук бігеге бүгін сақалы иит қомос дентемені капсетек бит. Оны тәне тоқту түгігі өртек бит. История якутской посуды неразрывно связана с национальной кухней народа и традиционными ремеслами. При кажущейся строгости и однородности якутской утвари, именно она становилась источником для многих этнографических и исторических исследований ученых. Саха иитин историята эбюгэлэрбит астарын, илинэн оңолуктарын кытта ыксат итимнэх. Көргі сүрдәқ сұдұргы саха хитә әлбе харийларға народ бұйытынан ұратыбытын көрдірігі, анал өрәқтәк жан чинчий оңыраларғыр көмә терәк болбыда. Итак, девочки, мы сегодня будем учить новые слова. Я буду говорить слова, а вы должны повторять за мной, хорошо? Игит? Игит. Посуда. Бұғақ? Бұғақ. Нож. Сүге? Сүге. Топор. Әрби? Эрби. Пила. Таз. Таз. Стеклянный. Мас. Мас. Деревянный. Тимир. Тимир. Железный. Сыты. Сыты. Острый. Суй. Суй. Вымой. Сот. Сот. Вытри. Ур. Ур. Положи. Хомуй. 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 Мой. Убери. Алджат. Алджат. Разбей. Чорон. 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 Кытуя. Кытуя. Деревянная чаша. Чохо. Чохо. Чаша размером меньше, чем кытуя. Хамыях. Хамыях. Деревянная поварешка. Маснёска. Маснёска. Еще раз. Маснёска. Маснёска. Цеп, деревянная ложка. Чтобы укрепить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Открываем тетради, взяли ручки и начинаем писать. Бүгүнөрө питтылларбытын өсөчүгөйдүк өйдүртүүттан мен тылжытымген рубриканы көрөгөм. Тетрадьбитин ручкабытын ламмыт, сурунан барабыт. Игит – посуда, арыгите – масленка, бгах – нож, сюге – топор, эрби – пила, таз – стеклянный, мас – деревянный, темир – железный, сыты – острый, сыппах – тупой, суй – вымой. Сот – вытри. Ур – положи, поставь. Хомой – убери, собери. Алджат – разбей. Чорон – чорон. Кытыя – деревянная чаша. Чохо – чаша размером меньше, чем кытыя. Хамыях – деревянная поварешка. Маснёска – деревянная ложка.
Добрый день, дорогие телезрители! Сейчас мы покажем вам, как правильно используется в предложении винительный падеж с новыми словами. Утюгуйнен кундюкарачилер. Бүгін өрепіт тыллар бұдын уанна тоқту түгігі әдеге келерін күлгастық оңян күрдірек бүт. Мишия, ән тоқтан өренеді? Мехаманның ехеті біләктілері олы алыс өремеді. Мен красырыттақпыны әбен бәйті оңырын алыс үшігей ұғайыны біләктәбіді, ондан алла сақылы еті сөбілі мұнебін. Әті үшігейін, мияқы түрәуі күннер сақылы жыран бұғыла часқы біләктән тұрдақтыры. Бұ маңнық жыраны мен қандары көрбітім ә? Әбәл ақпыр көрбіті өтпін. Антон әне яға түгі берер болу? Көрірі балық ұры рейті бердіқтеріне өрін әтеду. Яға ұлыс туғалақ, надалақ етті. Че ұлым. Девочки, а сейчас я вам дам 6 предложений. Эти предложения вы должны переводить на какой язык? Якутский язык. На якутский язык, правильно. Так, пишем. Наш учитель любит ребят. Наш учитель любит ребят. Наша комната большая и чистая. Наша комната большая и чистая. Налейте мне чаю. Налейте мне чаю. Кто открыл эту дверь? Кто открыл эту дверь? Вопросительное предложение, да? Где работает твой друг? Где работает твой друг? Дай этому мальчику какую-нибудь книгу. Дай этому мальчику какую-нибудь книгу. Бітті. Тере, начинаем переводить. Закончили? Да. Начнем с Ксюши. Беги учу толбыт, оголору сюбилюр. Сэп, молодец. И кисати? Беги хоспут олус кене онна ырас. Беги хоспут олус кен? Кен онна ырас. Ырас. Сэп. Салғы? Мехе чейде күттін. Меха чайда кутун. Кутун. Кутун, ага. Кутун. Меха чайда кутун. Кутун. Бітті. Молодец, Ксюша. Салғы, Алена. Ким аны арайда? Ким аны арайда? Ән доғырын хана өлелерей. Ән доғырын хана өлелерей. Сәп. Бұ олға ханык әмит кенегеті бер. Молодцы, девочки! Вы отлично справились. На сегодня я вам ставлю 5. А теперь давайте встретимся с нашей самой умной Сандарой. Она нам покажет, как правильно в письменном виде переводятся мини-диалоги. Салгы бигер аллах доғар бутын, бигеги кеймей чаймитин кытта Сандараны кытта көрсеуғым. Кене бүгін бигеге тәттік кепсетелері сұрупка тиген қайдақ сыл бастырға өретеға. Көрегін Сандары қолбукатын. Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я вам покажу, как правильно переводятся в письменном виде мини-диалоги. Мичия, эн тоққа үйренетей? Мичия, чему бы ты обрадовалась? Меха манны кехеді біләқтілдері боллары үйренеті. Я бы очень обрадовалась такой посуде. Меха қырасырыттақпына әбән бәйеті оңыран олы сүшігей ұғайыны біләқті әбіті.
Когда я была маленькой, бабушка подарила мне берестяное ведерко, которое она сделала сама. Атычгаин, онтон меха дарабит кюмер чарон бхылах сахалы часкны беляхтан туравдахтар. Как здорово! А мне когда-то подарили кружку в форме чарона. Буманлык чарону хандара көрбітіме. Эй, дядим, эбэлях пар көрбітевіппін. Вот такой чарон я где-то видела. А, вспомнила, я видела такой у бабушки. Отчагуна иягар тугалар боллун? Тогда что-то решила купить матери. Кель көрэрэ, буманлык урэр ихиди бердахпіне уэрэн етэдо. Посмотри, тебе бы понравилась рыбница. И я не вердергею учугей он на олус на адалах и хидди. Маме бы очень понравился такой подарок. К тому же он очень нужный. Он нуке, че иллым. Да, тогда возьму. Итак, мы узнали, как переводится в предложении винительный падеж вместе с новыми словами. До скорой встречи! Сандаро, бейхе кален күнді өлжі побукар мақтана бұд, инникетін дағаны өрі бен берегін үллісті тұруғын ден әріне бет. Манан бүгінгі бере бет түміктенер, бүгін бейхеге қандық емені кіпсетті бетек үткітті. Бүгін бейхеге иет хумус жән темені кіпсетті бет. Самай сөп малан жас, бүгін бейхеге иет хумус жән темені кіпсетті бет. Онна тұғы өрі кебеті? Онна тұқты тұғы. Онна тохту тугу уэретибит. Самый сек, онна тохту тугу уэретибит. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы с вами поговорили на тему якутская посуда, а также учили вникельный падеж. Сахатлын таптан, уэретин керахсен, кенебаргабаин, карыстан. Любите якутский язык и приумножайте его богатство. Ангыски береге, көрсюх кадерек. We'll be right back.